Эта дата значимая и волнительная. С одной стороны, время подведения итогов, определения новых целей и перспектив, а с другой – радость от достижений, осознание значимости и востребованности собственной деятельности. За прошедшие годы центр проделал огромную работу и завоевал заслуженный авторитет как среди жителей Самарской области, так и у представителей власти. Это очень важная дата и большой юбилей. 20 лет – это уже достаточно долго, чтобы доказать, что центр и его творческие коллективы нужны и городу, и области. А с другой стороны, это очень ранний возраст для коллектива, и я уверена, что у них еще все впереди. За это время они достойно себя показали, собой проводят много различных мероприятий с руководством Самарской управления культуры. Я думаю, что это все и в дальнейшем продолжится. Ежегодно центр проводит встречи, посвященные таким осетинским национальным праздникам, как День Святого Георгия, День Святого Хитага, День осетинского языка и литературы. Осетинский национально-культурный центр «Алания» принимает активное участие во многих праздниках, направленных на укрепление дружбы народов и единства. Каждый народ, проживающий в Самарской области, уникален по-своему. Осетинский национально-культурный центр «Алания», который сегодня празднует свое 20-летие, уникален по-своему. Хочется вспомнить строки замечательного осетинского поэта Коста Ливановича Хитагурова. «Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная – отечество мое». Сегодняшний праздник также распространяет свое влияние на все национальности. Дружба действительно не имеет границ. Действительно не имеет границ культура. Культура каждого народа. Вдали от исторической родины предков дети продолжают изучать родной язык. При национально-культурном центре «Алания» ведет активную работу воскресная школа осетинского языка и литературы для детей. За 20 лет осетинский национально-культурный центр «Алания» прошел большой путь, объединив и сплотив вокруг себя не только осетин, живущих в Самарской области, но и людей других национальностей. Украшением любого межнационального праздника в Самарской области является народный хореографический ансамбль «Амонт».